пресекать всякое лихоимство, следить за исполнением законов и контролировать госаппарат. Такими полномочиями наделил Петр I новообразованное в 1722 году ведомство – прокуратуру. Вот уже 3 века работники ведомства служат исполнению закона, соблюдению прав и свобод человека. С юбилеем сотрудников и ветеранов Самарской прокуратуры поздравили глава города Елена Лапушкина и глава региона Дмитрий Азаров. Вы надежно стоите на страже прав и свобод граждан. Обеспечиваете законность, правопорядок во всех сферах жизни нашего общества и нашего государства. Ваша трудная, кропотливая и чрезвычайно ответственная работа является залогом опережающего развития и нашего региона. История Самарской прокуратуры началась в 1864 году. А в годы Великой Отечественной войны сотрудники ведомства зорко следили за тем, чтобы каждая копейка, каждая горсть зерна, каждая заводская деталь были направлены на укрепление фронта и тыла. Нынешнее поколение прокуроров помнит и свято чтит подвиги своих предшественников. Одним из важных институтов, которые существуют в прокуратуре, является институт наставничества. Создавать и приумножать те традиции, которые были заложены пенсионерами и ветеранами прокуратуры, это неоценимо вызывает определенное чувство гордости. И повышая свой профессиональный уровень, каждый молодой специалист, несомненно, ценит тот вклад, который в свое время заложили пенсионеры и ветераны. Прокурор должен быть отзывчивый, добрый, порядочный. И, в принципе, стараемся помочь каждому, кто к нам обратился. Полагаю, что наша работа на этом строится. Эти люди посвятили себя очень непростой профессии. В приоритете – защита прав и свобод граждан. Они борются с преступностью и коррупцией, защищают права и законные интересы жителей, обеспечивают единство правового пространства. 3 столетия прокуратура является надежной опорой государства, важнейшим правоохранительным органом, обладающим мощным правозащитным потенциалом. Меняясь поколения прокуроров. Однако во все времена неизменным оставалось одно – верность служения закону. В прошлом году за помощью ведомства обратилось свыше 100 тысяч жителей губернии. При осуществлении надзорных полномочий работниками прокуратуры выявлено свыше 200 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено более 19 тысяч представлений. По материалам проверок возбуждено почти 400 уголовных дел. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.